Отчет. Вот только приехала. Да, тяжесть такая. Вы что, пришлось, правда, машину брать. А то я чокнулась и разморозилась. Взяла пеленгасу по 50 рублей. Ну, думаю, ну супер, как раз для животных. Сейчас разрежу пополам, чтобы в морозилку мне впихнуть. Мишкам, ну, будут довольные. Хотела так прям целиком рыбку кинуть. То, чтобы холодильник у меня никак придется разрезать. Ну, ничего. Вот, сердца еле нашла. 4 магазина пообходила. Вот, 4 такие немороженые. И вот 3,5 мороженые. Так, сколько ушло? В общем, у меня 1000 с копейками осталось из 4. Все, нарежу на куски. Я думаю, нормально всем хватит. О, супер. Буду довольна. Вот такие дела. Рыба на 170 с чем-то. Ну, 180 округляю, 2 штуки. Нормально. Сердца по 180 за килограмм. Но сердца большие. Большие. Вот видите, моя рука. Шумная моя рука. Ну вот, еще не сгибается. Ну, капуша. И сейчас вот пронесла чуть тяжело, чуть-чуть распухла. Вот. Вот так училась переворачивать. Чуть-чуть криво, вон, видите, вытарчивает. Нормально. Живем. Спасибо, спасибо. Животные скажут спасибо. И я очень рада, что вы прислали на такие вкусняшки.